Это необычная шкатулочка. Я в интернете посмотрела, думала, это какой-то домик. Оказывается, это шкатулка с секретами. То есть тут вот каждое окошечко открывается, и можно хранить какие-то украшения. Вот здесь вот. Вот так вот открывается. Здесь вот ключик надо подобрать. Тут вот... Вот, ключики вот таким образом они сюда вставляются. Мы вот смотрим, это такой буква Т. Вот, ищем буква Т, вставляем. И вот так вот мы открываем. Тут вот открыли, нашли еще один ключик. Ключик у нас цветочек. Как лабиринт, знаете, такой вот интересный. Не просто. Так, а цветочек что-то... А, вот цветочек, вот это вот оно и было. Вот это отсюда. Вот, то есть можно прятать. Вот, закрыли, открыли. Вот так вот замочек. И потом обратно туда можно спрятать. Здесь вот так же все открывается. Так, вот здесь вот тоже у нас спрятан вот такой большой ключик. Здесь у нас сердечко. Смотрим, где сердечко у нас. Это мы сейчас спрячем сюда. Ключик. Оп, спрятали. Так, сердечко. А, вот сердечко. Пробуем открыть. Сердечко. Это мы, наверное, закрыли. Вот мы его открыли. И точно так же мы туда можем что-то спрятать. То есть это шкатулка и для украшений, да, можно спрятать. Так, сейчас. Здесь вот сверху также все открывается. Вот таким образом крутится вот эта штучка. Здесь вот уже что-то... Не знаю, может, это было... какое-то сердечко, и вот так по кругу оно идет, и каждое это открывается. Тут вот еще спрятан один ключик, сейчас мы его достанем. Это у нас звездочка. Вот звездочка. Сейчас мы его откроем. Оп, открыли. И тут вот еще один ящичек. И последнее тут у нас спрятано. Сейчас. Вот тут вот у нас спрятан такой вот еще один ключик в виде такого зверька. Пандочка. И сейчас мы посмотрим, откуда он. Вот, похоже, отсюда. Сейчас мы его тоже откроем. Оп. Открыли. Там вот внутри можно тоже кого-то спрятать. Вот здесь вот. Я вот не знаю, может, это тоже ключик. Вот оно вот так вот тягивается. Надо посмотреть. Здесь также открывается. И внутри тоже есть... Вот такой вот ключик. Вот их даже целых два. Потом закрывается. Оп, куда убежал. Закрывается потом. Как почтовый такой ящичек. Так, что у нас здесь? Здесь у нас это вот это. Вот это ключик вот отсюда. Здесь у нас еще один ключик. С ключиками, конечно. Так, это вроде отсюда квадрат. Вот, тут еще один тайничок спрятан. То есть никто чужой не залезет и не будет брать то, что не надо брать. Так, я закрыла, закрыла. Так, что еще? Вот этот ключик у нас. Вот этот ключик у нас откуда?
все, да? А Максимка, а ну помоги маме вот это. А, все. Вот здесь вот у нас такая пони спряталась. Так, подожди, откуда ж? А, вот, наверное, отсюда вот это, да? Или нет? Да, да я покажу. Вот этот вот. Откуда? Вот этот отсюда. А, ну давай. Открылся? А, нет, это закрыл. А, во. Во, да. И вот так вот, вот так закрыли, да? Лучше. Ага, спасибо. Надо сразу вставлять. Ну, оно маленькое такое. О, так. Значит, ключики тут. Что мы еще? Я уже запуталась, какой открыли. Вот этот, по-моему. А, этот мы открывали. Этот. Этот тоже открывали. И тут вот что-то не хватает. Вот этот. Может, это как-то вот эти вот так вставляются. Да, это, наверное, вот так вставляется. А что еще? Ой, вот это вот. Может, вот это сюда? Нет, не очень похоже. У нас что тут еще? Ну, сердечко, наверное, вот сюда идет. Вот тут еще осталось. Тоже не очень похоже. Очень надо тут все по вот этим посмотреть. Вот. И вот это вот сверху тут вот даже есть какой-то туннельчик. Видимо, если сюда что-то положить, то оно куда-то тут. Вот, вот это я еще не знаю зачем. Может, тут куда-то оно, видно, попадает. Вот. Очень интересно. Серия называется Fun Lockets. Вот. Вот так вот это все дело выглядит. Необычная шкатулочка. Ну и как, наверное, игрушка тоже можно использовать.